Лиса будешь говорить? Говори. Вы на канале Мистер Глеб ТВ, а у нас сегодня у Глебушки в гостях его сестричка. Как сестричку зовут твою? Глеба. Как зовут твою сестричку? Алина. Алина, с нами Алинка. И сегодня что мы будем делать, Глеб? Дом. Дом, мы будем делать почти дом. Мы сегодня будем делать, заливать желейки. А чтоб нам еще можно было покушать... Глебка! Глебка, чтобы мы еще покушали, смотри, мы еще можем мороженое сделать. И можем, Алинка, смотри, что нам сунет булочку. Булочка, смотри, какая булочка вкуснежная. Это Глебова булочка. Так, у нас, смотри, какие желейки. У нас есть вишенка, а у тебя, Алинка, что там лежит? Смотри, это у нас персик. И здесь у нас тоже персик. А здесь у нас что нарисовано? Лесные ягоды. Лесные ягоды. Вот сколько много у нас желеек. Твое. А теперь что мы делаем? А, мы забыли. А у нас еще для этого нужно опыта. Желатин. Смотри, какой прикольный желатин. Нравится? Это все тебе. Вот это да. А теперь, Глебушка, отодвинем. Теперь нам надо... Тарелочка, раз. Тарелочка, два. Тарелочка, три. Та-дам! А теперь выбираем мы что? Желейки! Глебушка, выбирай желейку. Вишенка! А я выбираю персик. А я лесные ягоды. Лесные ягоды. А теперь смотри, что открываем и высыпаем. Я высыпал раз. И тебе высыпать? Сейчас я... Тяни за хвостик. За хвостик тяни вот за этот вот. Тяни, сильнее. Опа! Давай я тебе помогу. Давай вместе. Раз. Получилось. Так, подожди. Сейчас будешь высыпать сам? Так, давай переворачиваем. Пальчики сюда помогни. Такая вкусная. А мою попробуйте. У меня чуть-чуть кислая. А мою вкусняшку кто будет пробовать? Моя сладенькая вообще. У тебя просто сладкая. Так, все. Обидели. Что, невкусно? Так, все, значит, не суньте пальцем. Теперь, что мы делаем теперь? Тебе пакетик раз, тебе пакетик два. И один пакетик мне. А этот пакетик, подождите. Давайте я буду помогать. Нужны ножницы. Глебушка. И Глебу надо, да. Высыпай это все туда. Глебушка, подожди. Да. Глеба, держи. Опа, второй пакетик. Так, это кушать нельзя. Это кушать нельзя. Нельзя. Фу. И теперь мне. Что такое, невкусно? Сейчас, смотри, что мы делаем. Теперь высыпаю я. Высыпали. А теперь не троньте, водичка. Нужна теплая вода. Тебе стаканчик воды не трогай, горячо. И мне стаканчик воды. Теперь начинаем мы с Глеба. Выливаем и на стол попадаем. Подожди, Алина, мы тебе поможем. Опа! Теперь ложку Глеб, и начинаем мешать. Глебушка, мешаем. Что такое получается, Глеб, у нас интересное. Смотри, какая каша. Давай, Алинка, попробуем себе залить. Я тебе переливаю водичку. А теперь мешай. Так, вылили второй стаканчик. Каша, смотри, какая у нас каша получилась. А у Алинки что там получается? И у Алины тоже какая-то каша. Глеб, давай мы сейчас что мы будем делать? Заливать будем, давай, батон. Так, давай вместе. Опа. Опа, что у нас получилось? Каша! Каша!
Так, и еще. Все. Ставим нашу булочку. И вот это. И вот это. А теперь давай Алинкину сюда. Давай, Алинка. И лево. И лево. Будем мороженое делать. Нет, а давайте. Давайте мороженое. Берем наш черпачок. Раз. Выливаем. Еще один черпачок. Стоп, подожди. Опа. Выливаем. Все, давай поставим и это. Сделали мы еще и морожка. Будем заливать вот эту вот большую башню. Будем? Держите, чтобы она не упала, а я буду заливать. Один ковшик. Заливаем одну башеньку. Заливаем вторую башеньку. На руку налили мы оленей. А давай попробуем не ковшиком. Да. А теперь мы берем. Много. Вот как много. А теперь мы это. Замок. А теперь мы это отпускаем, Леночка. Мы это теперь поставим в холодильник, чтобы оно остывало. Вот прошло уже около 3 часов. И у нас что, Глебушка? Наши желейки, как ты думаешь, застыли уже? Да. Я думаю, наши желейки застыли. Давай мы сейчас проверим. Так, наш. Это что у нас такое? Батон. Что? Батон? Не трогай батон. Смотри. Смотри, застыл. Смотри, какой твердый. Ну-ка, Глебушка, проверяем. Опа-на! Застыл! А это что наше? Это мороженое. Проверяем мороженое. Все, крутят. И смотри, что еще у нас. И наша башня. Смотри, какая башня. Ух ты, смотрите, что у нас получилось. Глеб, смотри. Подожди, давай мы все откроем. Теперь что мы будем открывать? Батон. Глебушка, смотри, открываем батон. Смотри. Вот это да! Смотри, какая крутяцкая штука получилась! А теперь морожка! Подожди! Ты сам будешь? Кто будет морожка? Я! Глеба будет морожка! И я тоже буду морожка! А теперь раз! Подожди! Стой! Сам, ну-ка поднимай, Глеб! Молодец! Смотри, какая вкусняка у нас получилась! Я! Ты уже вкусил? Да! Да! Алинка, кусь! Глебушка, кусь. Я кусь. Мне оставьте. Какая-то прикольная штука такая. Как резину жуешь. Кусайте один этот. Ну давайте, Глебушка, кусай эту штучку. Он очень твердый, не кусайте. Опа, а Глеб откусил. Ну-ка давайте еще. Кто откусит кусочек быстрее? Кто быстрее? Ура! Какая вкусняка! Тебе нравится? Фу, бяка, да? Его не пожуешь. Мне тоже не нравится. Смотри, Глеб, какие у нас крутые желейки. А их еще вон там. Смотри, мороженое такое. Вот это у нас желейка получилась. Смотри, какая крутяцкая. Твердая. Очень. Как? Понравилось, сынуля? Да! Алина, а тебе понравилось? Да! Тоже грязешь? Да. Вот это да, какое оно! О, давай еще один замок построим. Да. С одной башни смотри. С одного замка получился один замок. Я тоже хочу построить. О, два замка. Я его буду грызть. Сначала я отгрызу ворота. А это у нас... А теперь давайте... Давайте сделаем, смотрите, блюдо. Раз. Два. А к этому мы еще положим вкусненное мороженое. О, смотрите, какое блюдо у нас классное. Плюс. И плюс булочка. И вам украшаем. Вот это у нас блюдо. Смотри, какой салатик вкусненный у нас. Все. А то не все. Еще не все? Давай.
Еще ложим, смотри, пупурышечку. И вот эту. Все. Всем пока. С вами был мистер Глеб ТВ. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал. Пока.